это близко. Смотри, что здесь нарядился. Давно уже. Такой что-то голова пнил. Иногда болит. На вон. Провери. Ром этим датчиком радиация. Или то ли пережимается, слышишь? Утяжка, утяжка. Не, вот эти, может, тонкие слишком. Вот они съемные. Она и все. Вот они такие должны вообще оригинальные, мягкие вообще даже. Она расколется. Они должны колоться, хотя писали на экспресс, наоборот, должны они. Кто-то падал, что оно целое осталось, а в оригинале должно сразу расколоться. Тут свет, тут, ну, всякие разные, Витяет. Андрюша, грязные. Ну, вот эти накладки, может, тонкие. Грязные же здесь, не трогай. Ну, тяжко, бывает же струна, здесь вон этот, стропа пластиковая. Просматривали эту колонку, там, блядь, не верили ему, что что-то с ней сделали. Он говорит, а что я с ней сделаю? Она просто щитовой лежала и играла. Месяц не поиграл. Сейчас можем вам поменять, как я не хочу, говорить. Три косаря, что стоит. Взяли китайскую за 400 рублей, нам вообще везет коляску. Не так громко орёт, это что, бомбовая. Не жалко, кинул его в ящик, играет. Кати, бащи. Вообще не жарко даже в жару. Видишь? Солнце припекает, а тебе не жарко. Ой, ты смотришь, я пол. Пока! Не надо, когда специально. А что разноцветный? Тут можно, по-моему, еще из канистры какой-нибудь вырезать. Дешевый. Там есть масло. Такое же масло. У меня задний, почему мягкий? Что делать, если он не был мягкий? Стою, у меня сало. Может, там регулируется тоже как-то. Там только меньше ход можно сделать. Жестче. Ну, станет жестче, но ход будет меньше. Я все равно сам опрокинул. Заменить можно другой кулак. Если бы я его не прогибал бы, если бы он меня выдерживал, тогда можно жестко сделать.